как срочно размягчить засохшую обувь. Представьте ситуацию. Вы вчера под дождем ходили, и обувь у вас промокла. Вы поставили ее под батарею, и обувь реально засохла. И она стала, во-первых, как каменная, кожаная, конечно же кожаная, как каменная. Плюс она немножечко еще так покоребилась. Для этих целей быстро подойдет касторовое масло. Просто купите себе касторовое масло, оно пригодится. В общем, берем срочно и сворачиваем бинтик. И просто касторовое масло на бинтик. И начинаем обильно натирать свою обувь кожаную. Натирать надо именно обильно. Когда вы натерли, через минутку, через две, если вы очень сильно где-то там на какие-то участки нанесли, можно осторожно как бы расправить. Но в принципе обильно ничего страшного. Наоборот, чем обильнее вы нанесете, тем быстрее оно и глубже впитается. Просто будет очень много масла, и оно глубоко впитается. И тем самым побыстрее размягчится обувь, кожаная обувь. После того, как прошло 10-15 минут, возьмите этой же тряпкой, еще раз хорошо все разотрите. К этому времени уже теоретически, наше масло должно уже впитаться или практически впитаться. Если еще будет чуть-чуть как бы верх жирненький, ничего страшного, хорошо еще раз через 15 минут обязательно. Разотрите все, просто разотрите.